They've almost won. Не, уже ульта не поможет. Ну, сверху. Это бред просто. Какое-то расстройство сплошное. М? Говоря. Чё говоришь? Мягко говоря, расстройство. Мистик. Но ботинки-то хорошие тебе упали. Или нет? Ну, это листы. Блин, я хочу 10 килов сделать. Давайте ластецкую, и все, это точно ластецкая. Я не буду в этот режим играть. Да ладно, ну давай последний раз. Да он говно. Да, блядь, он реально говно. Съешь монеточку и давай последний раз. Последний раз за маму и за папу. И пойдем в магазин. Я за пивом к метро пойду. Чуть пиво захотелось. Просто не зашло, разули. Чё ты? Не, у меня оружие, короче. Блин. Чё такое? Режим говно. Блять, а что ты думаешь про этот режим, кстати? Лёв. Хуета! Ну, если честно, вот если честно, положа руку на сердце, здесь настолько интересно играть 3 на 3, что я не понимаю, почему, блять, люди реально играют в этот режим. Он реально говняный. То есть 6 на 6 здесь неинтересно, здесь слишком маленькие карты для этого, здесь никакой тактики практически нет, кроме как сейчас все ультуем на эту точку, сейчас все ультуем на эту точку. Блять, максимум, вот, блин, шестой игрок в таких, это все равно, что в доту 6 на 6 играть, это все руинит. То есть в КС-очке 5 на 5 там, вот максимум 5 на 5 в таких шутерах возможно, 6 на 6 это реально перебор. Даже 4 на 4, мне кажется, был бы оптимальным вариантом, но 6 на 6, это, по-моему, какая-то хуйня. Типа, я чувствую себя не в игре, где действительно неплохой PvP, а в игре, где просто фри-фор-ол какой-то идет адовый. И, может быть, конечно, знатоки со мной поспорят, и у них там есть и координация, и все остальное, но, блин, это все равно, что приделать к велосипеду дилдо и говорить, что это классно. Ну, типа... Может быть, это и классно, но не для всех. Какое напряжение в том же Осирисе, когда есть вот реально тактика, типа, надо поднимать друг друга то да сё, там, типа, и каждый может подсказать что-то. Какое напряжение просто даже в обычном скримише 3 на 3, какая безблагодатная хуйня здесь творится просто, безумная. При том, что, в общем-то, здесь еще считается твой лайт, что довольно странно. Ну хотя это своего рода люди, которые вот типа много играли, они могут почувствовать себя королями. Ну я взял нормальную пушку сейчас. Ты же понимаешь, что она будет меньше дамажа, чем в обычном PvP, например. Мне надо там 8 раз с мида попасть, а не 5, как в обычном режиме. Поверьте мне. Давай, Арсен, ты должен сделать все для победы. И лимонад. Вы должны запотеть, чтобы это стало ластецкой. Для всех нас. Просто сыграйте так, как никогда не играли. Представьте, что от вас зависит судьба двух детей. Лёши и Илюши. Которые хотят спать. Выпить свое молочко и лечь. Я на С. Я тоже. Но, блин, помнишь эту карту, где арабы прыгали вот с этой хуйни и ебали нас постоянно?
Я лишил. Кстати, вот, вы же во много игр поиграли. Вы видели в какой-нибудь другой игре столько арабов? FIFA. Конечно, FIFA. Просто... Лол, там в 6 раз. Ты вообще не знаешь ничего об арабах, блять, если ты не играл в FIFA. Чувак, я сам чуть арабом не стал, если логотип араба поставил, блять. Ты шутишь нахуй. Просто мне очень часто кажется, что больше всего в мире не китайцев, а арабов, блять. У меня еще какая-то хуйня с коннектом, у меня даже в Battlefield кидается арабами, я не знаю, чувак. То есть, я как будто не в Москве живу, а, блядь, хуистане как-то. Я захватываю. Ты хочешь помочь? Давайте захватим, чего уже. Блин. Да, у них, мне кажется, это вообще как будто даже в законодательстве прописано, чтобы они КСА писали в нике. Так им не надо, понимаешь, в чем? Они все, во все игры еще играют охуенно, потому что им работать не надо, за них государство платит, которое нефть там добывает. И они, блядь, сидят целыми днями под кальянчик, ебашатся в игры и... Это все, что они делают, это их жизнь. Жалко, я не убил. Поэтому арабы всегда тебе соленого члена дадут понюхать, когда ты играешь против них. Вылези еще раз, пидрила, блядь, ебаная. Так будет с каждым. Мразь! Я отомщу. Нет, я, тихо, я мобили, пидорас конченый, еще надо было стрелять из обычного ствола, и он бы сдох. Я придумал какую-то херню полную, блять, обоссы мне лицо компаса. Вернись, обоссы. Амбай, блин, ну это говно хотя бы убивает. Какая хорошая пушка все-таки. Оксо. То даже оружием назвать не могу. Приполз, аккуратно. Реально, вот раздаю. Ну, если бы лимонад не застилил у меня опять. Бегайте со своим дробовичком. Так может ты и не добил, бы, откуда ты знаешь? Нет, я бы в это и есть добил. Тактика. Это и есть тактическая она работа. Стиля. Тимкил. Здесь просто... Ну здесь просто, да, реально, нельзя бегать по одному в этом. Просто в этой игре, в этой игре считается КД, а не КДА, и это дико уебанский. То есть, если бы здесь считалось не КД, а КДА, возможно, люди бы не тибегили, как последние шлюхи, не срались бы. Ты бы получал за ассисты и радовался бы жизни. Так, а теряем. Дают очки за ассисты. Но это не отмечается. Ассисты, да, дают очки, но гораздо меньше. 50. Это жалких, при том, что там бонус за любое там убийство с ножа. Купол, да. Так, ладно. Где они сейчас? Где их много? Я ультану туда. Может и нет. Да. Этот чувак первее меня ультанул. Я подожду, пока лорд Арсен не скажет ультовать на какой-нибудь точке определенной. Можешь ультовать на Б, я их там как минимум я буду. Я ультану на Б. Давай, давай. Ты куда? Ты убегаешь с Б? Ты да, ультанул? Да, да, да. Заблудился немножко. Enemy captured zone B. Блять, снайпер! Чего? Я видел твою ульту, но она не впечатлила. Кана мой манброки, ну блин. Четырех человек убить их, спрятаться где-нибудь. На С чё, никого нет, что ли, из них? Блин, я, короче, ульту. А, захват. А где он? Лол. Да где они, блять? Я... Вот эта история. В режиме, где везде люди, я ультую и вообще нет никого. Ну вообще ни одного человека в радиусе, блять, триллиона километров. Опять лимонад застилила. Да как ты это делаешь? Стыкал какой. Я тут еще гранату кинул, чтобы он вообще не мог убежать. Все убийство вроде. Смотрю, никнейм не я, а лимонад. Походу у меня теперь 0 киллов будет. Heavy ammo inbound. Кевики. Так. Утоните на хевиках, который на Б. Я куда-то бежишь. Здесь у тебя ульта еще есть? Нет, я ее въебал, вообще никого не увидел. Я убил чувака какого-то. Я бегу. А тут. Нет. Они подобрали. Сейчас разъебутся с собой хеви. Да, именно с тобой и разъебали. Бля, он съебался. Мы два раза больше очков сейчас имеем.
Капец, ассист еще за это получил. Граната! Зайти. Ни хера их тут! Арбы где-нибудь лежат, не знаете. Если ты недавно умирал, то нет. Зона А lost. Дает после смерти, к сожалению. Enemy captured zone A. Так, сзади меня кто-то был. Бегу ему, люлей вешать. Ну-ка. Я должен его убить. Как он это сделал? У него ауторайфл какой-то. Блин, очень мало, очень не хватает тепла, это прям очень мало отнимается у врагов. Даже самого нормального оружия с хэндкэноном бегать, блядь, себе дороже. Куда он делся? Пошел в жопу, как я его сейчас хорошенько приложил. Ясно. А. Умри, 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 да сколько ж вас там, суки? Они все прибежали на Б. На Б? Yeah. Я понял, я бегу ультовать. Там их очень много. Нифига, сколько? 4 или сколько? 4, да. У меня сейчас найскилл был со снапы, люди, да, кажется, которые на стриме смотрели, я прям показывал. Короче, все. Там, где Бэр Фом Раша сейчас с арбы, 4 штуки надо взять. You neutralize zone C. 5 minutes remaining. Блять. Да как? Я его из дробовика, он меня из дробовика. Ну хоть, блин, не лимонад застилил. Боже. Ты уже даже готов умирать, лишь бы ей килл не достался. Как-то низко. Джентльмен ты или кто? Лол, мне даже ассиста не дали. Кстати, если хотите хорошую пульсу, сейчас, в принципе, молоко, вот, который с, блин, со страйком, застилил. Страйком не будет падать, неплохая. Если там Nightfall будет, он будет фармить. Голден ган на Б. Да, у него почти так. ХП нет. У него. Жалко. Я захватываю. Возможно, получится нейтрализовать ее хотя бы. Ой-ой-ой. Все, что ли? А, я захватил. Так, чуть осталось, они уже не смогут затащить. Блин. Где? На подступах Б снизу, но... Да у нас почти 20 тысяч уже, у них только 10. У нас тут вышел. Лапена выкинула. Зашибись, меня выкинуло. Сейчас пробьем. Ну тут вообще нам да надо... Не, вы уже знаете. У меня ульта есть, скажите куда. Я приду. Да, скажите, где их больше всего, кто видит, я, блядь, ультану на этой точке. Сейчас на Б проверю, если... На Б один снайпер ходит, чё-то. Можешь уйти на Б, в принципе. Ладно, сейчас. Ну вы уже туда заходите, сейчас убьете всех, так. Короче, хрен его знает, опять никого нет нигде. Ну, захватываем. Нормально. Zone B secure. Zone A lost. Как? А, ну он тоже магией пользовался. Давайте, я отомстил, но... Это опять все, кого я нашел. Какой-то нищий бомж, блядь. Нет, там 24 кило. Блять, зря я выключил. Компасы тут мина. Я убил его, не знаю как, честно говоря. Я просто развернулся, пострелял его. И он умер. А ты не можешь типа перезайти, когда ты вылетел? Один барлок на Б. Да, смысл тоже перезаходить. Матч закончился почти. Ну, типа дропчик там получить за победу. А, да. Пишет Fire Team Design. Давайте нам 3 килла. Можешь тему открыть сейчас? Да. Открываю. Бля. Хотя, ну, типа, Friends Only стояли, я публик включил. Не пускай. Может, залетел он к нам 6-го уже дали какого-нибудь автомата. У вас тут 9 из 12 всех, за почему меня не пускают? Блин, он на картах там сидит. Я захватываю точку просто нагло.
А, он тут, что ли, мразь? Убежал! Убежал просто! Ладно, я захватываю тогда тут. А, вот один есть. Добей его, Бехмраш, давай его. Молодца, все. Да. Еще легендарных марок дали. А по какому принципу здесь легендарные марки дают? Этот режим сейчас считается режимом недели, поэтому 4. За сколько там? За 3 или за 4 игры можно по 10 марок получить. Нормально. Ну че, ребят? Так, ты это в тавр хотел, да, Лех? Да нет, я ж уже не буду качать это говно. Я ж все задесментил его. Поэтому мне не надо. Я ресурс хотел купить, они теперь не нужны. Ладно, чуваки, спасибо огромное, Арсен, спасибо, Маша, спасибо, Дима, Никита. И я всех перечислил. Леха, самого главного забыл. Спасибо за игру, я думаю, что еще как-нибудь соберемся, может быть, на харде этот рейд пройдем или другой какой-нибудь, или поиграем в PvP. Было весело. Ладно, друзья, спасибо. Я пошел, полчаса осталось, я пойду напиваться пивасиком. Все, всем пока. Всем приятного утра, пока. Так, чуваки, вам тоже огромное спасибо, то, что пришли на стрим. Наверное, уже завершаем серию стримов по Destiny. Я так и не научился, к сожалению, играть в эту игру, но... Тем не менее, она доставила мне достаточно много удовольствий. PvP было забавным, веселым, но сложноватым для меня. Во всяком случае, с геймпада я так и не научился играть. Я просто чувствую себя инвалидом постоянно. В режимах, где важен лайт, я вообще не знаю, как играть, если у тебя нет 335. Хотя я не думаю, что многое бы изменилось. Что касается PvE, то... PvE составляющая, она рандомна. То скучная, то более-менее, но... Хорошие я практически не заметил, то есть все минимум на среднем уровне. Сюжетка вообще невыносимая, это просто блевотина, и то, что ее надо проходить, чтобы открывать там планеты и патрули, это, блядь, должна быть какая-то монета, которую можно просто купить за $10, которая просто откроет тебе все и, я не знаю, здесь пометит все сюжетные квесты как выполненные, и потому что это невозможно, это просто блевотина, самое натуральное. Там... Страйки сначала более-менее, но так как они постоянно повторяются, то потом уже надоедать начинает одно и то же делать. Арена, где спавны мобов, ну так более-менее круто, но типа там тоже сложности никакой все это пройти нет, то есть тут нет такого. Вот последний рейд, да, и мне кажется, на харде он действительно труден, но... Все остальное такое. Nightfall тоже параша, если честно. Ну, не знаю, PvE составляющая мне вообще не понравилась. Под конец прям зудело от нее. PvP действительно в этой игре веселая. Если бы оно так не было основано на задротстве и на том, что есть уебки, которые тот же Him 4 юзают. Я бы юзал, вот честно, если бы... Ну, я не знаю, мне просто стыдно. Я даже не столько из-за страха бана за читы от Твича или... Из-за того, что Лёха бадхёртит. Я просто не хотел, скорее из-за того, что... Ну, я... Чувствую какую-то... Чувствовал бы вину перед людьми, которые играют без подруба. Вы видели, как вот, например, последний килл, как моя снайперка просто прилипла к человеку и не отлипала. А представьте, даже мышь... Даже... Ну, все играли, я думаю, с кривые порты, где эмулируются... стики эмулируются мышью. Ну, то есть, хреново сделанные... Я вас уверяю, то есть там было бы так же, то есть ты примерно наводишь, стреляешь, с мыши все равно легче, а с клавиатуры легче передвигаться, хотя бы это абсолютно ебанутое решение. У PlayStation очень хуёвый ход стика при нажатии, то есть он очень маленький, без насадок вообще невозможно, ты постоянно бежишь, стреляешь, ну то есть идешь вперед, стреляешь или отходишь назад, у тебя постоянно бег включается, блять, скидывая стрельбу, это просто заебало. Это надо играть с тонюсенькими пальчиками человека, который, знаете, геймпад держит нежно-нежно. Это бесит. Короче, мне не понравилось. Вот реально то, что в шутер надо на геймпаде играть. Я вот действительно считаю это извращением полнейшим. Шутеры должны играться на мыши. Я считаю, что рано или поздно консоли все-таки поймут, что... Ну, будут выпускать в комплекте, либо... Ну, Xbox уже к этому пришел, то есть они уже поняли, что чтобы пользователь наслаждался большим ассортиментом игр, именно так, как он хочет, нельзя его ограничивать. То есть, блядь, чем плохи консоли еще? К ним хотя бы можно подключить теперь клавиатуру и вводить там все эти адреса и прочее дерьмо при бесконечных регистрациях. Но раньше даже этого нельзя было делать, это же пиздец каждый раз...
типа выбирать либо на тачпаде, либо кнопками букву отдельную. Ну, это рофл самый натуральный. Даже просто цену там вбить на футболиста в той же FIFA, это... ну, это смешно. То есть, есть люди, как жирные ублюдки, которым нравится на диване лежать там в 50 метрах от телевизора и играть с геймпада. Окей, их никто не будет притеснять, у них должна быть такая возможность. Но и для людей, которые хотят играть в свое удовольствие, сидя за монитором, для них тоже должны быть варианты, тем более, что консоль это по сути. Я бы понял, кстати, найти OCanPass, если бы он был, блядь, Логвином, который реально лежит, но он сидит, сука, так же, как за компьютером, за консолью, и играет с геймпада. Это вообще не имеет никакого, блядь, смысла. И обратный пример. Я не буду кричать людям, которые играют на компьютере, например, в ту же FIFA, с геймпада, что они читеры, потому что у меня нет геймпада для ПК. Но у меня есть геймпад для ПК, естественно, но я просто как пример привожу, я не буду бадхёртить, то есть, и говорить, вы читеры. Человек просто купил геймпад и играет, блядь, с него, потому что это удобнее. Эта игра создана для геймпада, так же, как любой шутер создан для... Я даже не столь бадхёрчу от того, что, типа, стрелять неудобно, что просто, ну, я не знаю... Я на геймпаде, вот когда, например, GTA 5 проходил, пока он еще на ПК не вышел, я просто не могу оценить всю красоту локации и так далее, потому что, ну, просто даже тупо разглядеть что-то, повернуться под нужным углом, это, блядь, целый геморрой, ты инвалидом себя ощущаешь. Короче, геймпады, ебаная параша. А Destiny приятная ММО-гринделка. С любопытным, достаточно самобытным комьюнити, так что для тех, кто... Ну, у кого есть плойка, я думаю, что можете смело брать для тех, кто сомневается. Она, в принципе... Ну, она дороговато, конечно, стоит, но в конечном итоге я, пожалуй, считаю, что своих денег она стоит. DLC-шка скоро выйдет, я думаю, имеет смысл после нее запускать. Тогда, скорее всего, будет какая-нибудь очередной спаркл, который позволит пропустить, блядь, весь уебищный контент начальной игры. Хотя вам все равно планеты придется открывать. О, смотрите, подарок. Отлично. Я вот этот возьму, смотрите, какой классный. Буду с ним теперь бегать, нагибать. Че он хочет? Дикий ствол абсолютно. Так, надо фаертим распустить, а то там дауны уже начали залетать. Стрим-снайперы, которые даже стрим-снайп победить не могут. Все, это моя новая пушка. Теперь только с ней буду бегать. Найс, найс. Нет, я передумал. Все-таки она не так хороша. В общем, такие пироги. Ну что ж, увидимся. Меня не будет на выходных. Увидимся на следующей неделе, ближе ко вторнику, среде. Посмотрим. Посмотрим, что подрублю. А сегодня огромное спасибо за подписки, за донаты, за заказы песен. Огромное спасибо. Отдельная благодарность всем людям, которые заказывали музыку. Приятных вам выходных. Йоним, спасибо за 5 месяцев. Пропустил. Приятных вам выходных и хорошего отдыха. Надеюсь, вам понравилось. Сегодня не так плохо было, несмотря на то, что Destiny сидели, играли. Хоть я развлек себя. Иногда так нужно делать. Этот месяц хотя бы мне удовольствие доставил. Ну все, давайте. Всем удачи и покеда.